Я была в театре и любимого человека вот так за ручку держала. И такое счастье. И мы пошли, и потом много болтали. И болтали вот просто про разное, и он меня слушает. И я просто сижу и вот понимаю, что это счастье сейчас такое, тепло, хорошо. То есть очень простые вещи. И чем проще, мне иногда кажется, тем счастливее.